Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение партии за Византию в Sid Meier's Civilization 6. Сетевая битва на восьмерых человек. Проверяем, действительно ли Византия так крута, как я рассказывал о ней в рейтинге цивилизаций. Кстати, ссылка в прикрепленном комментарии. Как и ссылка на первую серию, всегда лучше смотреть с самого начала. Это на тот случай, если вы случайно наткнулись на это видео. А спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Большое спасибо им за поддержку, а вам всем, любимые зрители, приятного продолжения просмотра. Так, ну чё, убираем таймер. Перерыв. Сколько? Ну, минут 10 давайте. Давайте 15. Ну, видимо... я, пожалуй, пойду, я не буду ждать, потому что у меня в столице только осталось. Так что, пусть забирать. Ну, спасибо за игру. Да, спасибо. Сори, японец. Я не люблю так делать, но... Как уж вышло. Вдохновение. Наверное, да, все-таки... Хотя, плюс один культур... Ну, зачем? Я в таг мы и так уже сейчас выйду через два хода, правильно? Дайте монументальность опять. Да, я знаю. Хотя, блин... Я еще пантеон взял. Типа, мог на это внимание обратить. Ну, центр коммерции, блин, может все-таки тогда перо и кисть взять. Империи, или нет, только... в этом плюс городе. Культуру за каждый специализированный район. По-моему, неплохо будет. С другой стороны, покупать рабочих. Да ладно, монументальность. Ну, у нас уже, видите, минус один, причем Япония. Ну, он просто был не готов к войне, очевидно. Я что-то прослушал. До каких у нас по времени? 15 минут. Все, удачи всем. То есть в 20 минут. 20 минут, да. 20. Ага, тут море какое-то. Блин, он мне плантации разграбил. Вот гад. Так, сколько у меня тут зарядов? 2. Ну, надо вырубить этот лес. Потом пойти плантацию ремонтировать. Магнус Махабон. Ну, пока я коплю веру на так, покупку от великих Гурдвары. Мы не можем отказаться, да? Да. Вот у меня вопрос, откуда мне деньги брать? Мне нужны еще коммерческие районы, хоть какой-то... Хоть один, наверное, надо построить. Почему Салоники? А! Блин, конечно, я тут залочил, молодец. Слушайте, может тут не строителя, а амбар пока сделал? Ну, блин, строителя уже 4 хода осталось. Ну, видимо, пока так. Константинополь 7. То есть тут уже после Гурдвары будем и подром ставить. Так, а еще вопрос. У нас религии 4 или 6 сейчас доступно? Никто не в курсе. В смысле, открой, открой религии и посмотри, да. Сколько. А, понял. Наверное, ипподром вот сюда хочу поставить. Блин, хотя стойте. Тут соседство будет для чуда, например, театралка. Дайте, наверное, все-таки тут театралку тогда. На ипподром здесь. Хотя, конечно, рядом с, с этой... С правительственной площадью. Ладно, давайте пока так. Константинополь, производство, рост. Никея. Пока просто производство. Но там я оставлю. Гурдвару появится и жилье, и еда. Так, все верно. Все верно. Что, вот тут можно город поставить? Например...
кстати, а союзы никто? Давайте персу дружбу кинем. Так, продолжаем. Перс принял мою дружбу, а он случайно не в союзах? Еще никто, я думал, все уже походили. Слушайте, я что-то не могу устремление выбрать. Я вот думаю, что может мне убрать все-таки на... В смысле не можешь? Ну, я вот нажимаю, у меня подтвердить кнопочка не загорается. Так три нужно выбрать, ты в героическом веке. А, все, спасибо. Нормально ты. А почему у меня тут 4 хода дописано, а тут 15? Короче, я бы, наверное, убрал все-таки карточку на строителей. Или оставить, блин. Соседство кампуса мне сейчас не так сильно нужно, вот прямо, будем честны. Ну, тем более, что у меня только один пока кампус. Нормальный, конечно, но плюс 4. Ничего не скажу. Блин, мне надо вот этот последний заряд все-таки как-то вот тут вырубить. Дрианополь, что собирается вообще эту клетку? А с другой стороны, может мне обработать... О, голосование. О. Давайте на трюфеле. Сиси, на трюфеле. Может мы какой-нибудь ресурс забаним американцу, раз он там так разгоняется? У него сахар. Давайте забаним. О, давайте против сахара. Давай, я согласен против сахара. Бедный американец. Я, конечно, с ним этим сахаром меняюсь. Так, ну и по поводу, не знаю, может, научный? Они тут вообще есть? Слушайте, там не надо научный банить, хоть как-то догонять надо этого американца. Ну предлагайте, не знаю, что какие... Забанить, чтобы у него денег было немного. Что забанить? Торговые, может быть, чтобы у него денег не было. Но, правда, я ни одной торговой не видел. А с кем у него союзы? Посмотри, с кем у него союзы просто. Ни с кем. Ни с кем. Ну так и смысл что-либо банить вообще тогда. Давайте 100% к торговым тогда. Да, поддерживаем. Может, торговые научные? Я не знаю, я не хочу к торговым. Решайте уже, 50 секунд осталось у меня. Ну типа, мы торговых не видели вроде. Ну, предлагайте. Я за религиозные тогда проголосую. Мне вот религиозные нужны. Плюс к религиозным? Да. Можно будет отправить в Лавенту караван тогда. Если у меня денег нет, может, все-таки за торговый надо было. Ну, а смысл мне бонус от торговых, если у меня нету коммерческих районов? У меня нету коммерческих районов, я ничего не получу. О, научный все. Кто-то влил в научных, ну-ка. Просто глянем. Рим. И кто-то еще. Ивановна. И Иван. Ну, я так подумал, религия мне не нужна, а наука все-таки будет неплохо. А наука нужна. Так, значит, это вырубаем. У нас тут вообще монархия что там делает? Процентов очков влияния. Стоит ли мне брать монархию? Вот в чем вопрос. Я бы, конечно, мне, конечно, нужна теократия. То есть я после монархии просто сюда пойду. Два рынка. Вот это, конечно, без шансов. Так, и тут я сразу... Так, здесь мы Гурдвару покупаем. Таншан у меня. А что он давал?
А, ну мне это никак не нужно, честно говоря. Так, он куда-то отсюда свалил или я его убил? Что-то я пропустил это дело. Так, в Антиохии мне, очевидно, надо ставить ипподром. Уже. Так, кампусы здесь, священные места. Ну, короче, на вот этом... Вот здесь ставим ипподром. Так, тут один заряд обрабатываем благовония. Блин, мне нужны коммерческие районы, чтобы мало того, что деньги, так еще и провести дорогу к Египту. Ну, я бы монархию сейчас не брал, честно говоря. Чудес света. Ну, вот это надо поставить, пока у нас строится... Так, и строители еще есть. Мне надо что-то за два хода будет военную подготовку. Феодализм. Так, 6 ферм. У меня раз ферма, два ферма. Ну, наверное, все-таки... Ну, мне феодализм надо так открывать, конечно. Мне в теократию надо выходить. С другой стороны, мне нужно и правительственную площадь строить. Когда-то. Плюс мне нужны апостолы потом, чтобы распространять религию на Египет и сразу нападать на него таким образом. Слушайте, а где мой второй скаут? О, тут даже не пройти, ни хрена себе. А тут так пройти. А вот мой второй. А что я тут стою вообще? Лечился, что ли? Блин. Без карточки. Ну, я сейчас, наверное, поставлю. Ну, один ход минус 15% не работает. Чего я сидел, думал? Так, я, наверное, уберу карточку со строителей тогда. Давайте. Да-да-да. Чудеса. Ну, у меня один торговый, блин. Действующие губернаторы, поселенцы. Ну, на кампус или на священные места поставить. Священных мест все-таки два, а кампус один. Так, и вот тут пойдем вырубать. Так, здесь ипподром. Сюда, пожалуй. Может, целый коммерческий район поставить, я вот думаю. Кир, я надеюсь, ты дальше не будешь расселяться Тарасом? Не, дальше не буду. Угу, спасибо. Египет, тут такое предложение. Окей.
Так, есть амбар. Поехали арену. Пока подождем. Чисто, чтобы у меня содержание юнитов хоть какое-то было. Так, Кардив, чей союзник? Египта объявит мне войну, очевидно. Ну, я не думаю, что я буду Египет захватывать прямо. Тем более, что у нас великая армия. Но побегать, пограбить тагмами. Тем более, что я, у меня вроде нормальная позиция. Ну и ресами я торгую, потому что у меня счастье будет от ипподромов куча. Блин, Египет, а что у тебя так слабенько с наукой и культурой? Да, территория хреновая. Зато 400 армии. Страшно. У тебя там сосед кто-то еще? Да нет, только ты. А 400 армии тогда нахера? Ты стрёмный сосед. Ага. Ну это логично, да. Не, ну ладно, с Византией воевать это... Ну пока на религию не разъяснилось на тебя, в принципе еще можно. Ну у Египта своя религия. А, даже так. У меня просто с едой. Так, церковную плохо, десятину, видимо, берем. И... Ну, я думаю, наверное, стоило брать крестовый поход. Но, во-первых, он у протестантизма. Нидерланды. Прикол. Союзимся. Так, ну тогда снижение стоимости. Следующим ходом. И мне надо на Антиохию распространить. Монгол. Тут как бы... Нидерланды меня уже по науке догнали. Может быть, нам чуть-чуть развернуться двоим? Я хрен на себе вот это. Я только в первый этот, и то благодаря бонусу от научных, получил хоть что-то в науке, и тут сразу разворачиваться. Весело. Ты сидишь всю игру, кораблики пускаешь. Не знаю, пока у меня кишечков все равно нет. Посмотрим, кто из вас будет повыше на момент, когда они появятся. Плюс 4. Вот это, кстати, интересно. Но с тобой все равно пока дружба, так что. Так, тут ждем. Я следующим ходом выкуплю эту клетку. Поставлю карточку на выкуп клеток. Так, ну, блин, ипподром. Ну, видимо, здесь давайте пока. Надо везде ипподромы строить все-таки, я считаю.
А в Японии никто не хочет до конца убить там? Или он... Да я пытаюсь, но его самураи... Он задолбал уже отсылать всякую хрень. Перс, предложение. Византия, предложение. Хотя бы в Антиохию, наверное, отправить. Здравствуйте. Ох, у вас тут... Ты отказался из Антиохии, да? Я еще не открывал. А. Угу. Да, надо было тут дорогу проводить, конечно. Священное место, чудеса, вот это убираем. Блин, 60 стоит, а как дорого. Так, здесь арену и покупаем за веру строителя. А в Константинополе давайте апостола. В надежде, что нормальная прокачка, и мы сможем... О, тут само добавилось, зашибись. Слушайте, я не успеваю, может как-то таймер увеличим? Да, давай, сейчас посмотрим, сколько он. Давай до трех. Согласен. Так, кампус. О, с утроенной силой, то, что надо. А зачем вообще генерируются рифы посередине моря без сопутствующих клеток суши? Типа, кампус не поставишь, ничему, в принципе, не мешает. Только для ну это же мир ставить. Просто, понимаешь, типа, натурализм и так далее. Ага. А скипать нельзя же великих людей, да? Нельзя. Мы дружбу будем продлевать, Саша? Да. А ты в Союзе когда выйдешь вообще? А я вот сейчас выхожу. Я там немножко их пропустила, да? Переходами до Союзов. А со мной союзиться будешь? А ты Кир? Не, я Лёша спрашиваю, я Египет. Нет, с тобой не буду. Еда есть. А почему я не могу дружбу кинуть? Потому что я тебе кинул. А. Интересно, Лёша, а чё ты не хочешь союзиться с Египтом? Ну, потому что он, видимо, напасть. Ну, потому что тагмы у меня. Ну, у Египта вообще-то самая большая армия из тех, что я вижу. У него 450 силы. Так что я не знаю. А я думаю, это у меня вармонгеры оба по 250 сидят под носом. Не-не, тут 450 вон. А тут у всех на самом деле нормально. Кроме Японии. 200 плюс, по крайней мере, всех. Так, куда мне дальше хочется?
Военную инженерию. Навигация по... Давайте, может, мы вот эти морские пооткрываем пока. Я это все равно никак ускорить не могу вообще. Не, я не думаю, что я Египет возьму, но так бы надо как-то использовать. Так, а Венеция? Ага, Венеция нет. Мне только, походу... А, Ватикан есть у чувака. Так. Да, кстати, я тоже присоединяюсь, чтобы вынести Японию. Он мне каждый ход какую-то хрень присылает. У него столица на побережье, и в ней сидит самурай. А кто с другой стороны от Византии? Кто там может? Я. А, нет, с другой, видимо. Ну, с обратно, да. Рим. А Рим, у тебя союз с ним, что ли, да? Да. С кем, с японцем? Или... Нет, не. С Византией. А, с Византией, да, у нас тоже было. Эмоции. Так а что, ты думаешь, что ты не отобьешься, что ли, или что? Давай, стрельни по тагме из самолета. Ой, из самолета. Из города. Значит, подстава какая-то, не буду. Ну ебать, у тебя 473 силы. У меня войска-то устаревшие. Апнись. Тем более, считай, заготовки. Апнешь в сильные войска, попросишь голду у людей. Вот-вот. Не, заготовки, конечно, у меня есть. У меня сейчас рыцари будут. Пари, Лёшу, пари. А то иначе он к нам придет. Не, ну, что, слушайте, кто? Я строю ипподромы. У меня так бы. Вот что мне с ними делать, по-вашему? А кто помнит, идти на Рим. Сколько золота стоит? Почему на Рим? Так. Почему на меня-то? На Рим? Рим, ты, видимо, территорию не расследовал. Тут просто через горы. Блин, ко мне не через горы. Ну, к тебе реально проще. Хотя, может, и реально надо было на Рим, не знаю. Но Египет как-то ближе, да? Ну, у меня маловато тагмы. Но я просто не было смысла откладывать, как мне кажется, уже. Хрена себе, вьетнамские боевые слоны? Это кто нанял? Это варвары, блядь. Блин. А. Что ты как этот... Излишне впечатлительный молодой человек. Ну. Ничего себе, слоны! Я бы на тебя посмотрел, если бы тебе слон пришел. Вот именно, ага. Кто говорит, слон, что вам надо? Шоколада, да? Да, как бы мне тут дорогу проводить вообще? Долго у меня караван еще бегает? 5 ходов. Да, вот отсутствие дороги... Ой, под... Прямо под этого встал. А протестантизм кто основал? Египет.
Я надеюсь, ты его перезахватишь, Монахин? Там крестовый поход себе организовал. Ну, я в курсе. Я не себя организовал. Я Но он хотел, типа, да, чтобы... Нет, я организовал, да, чтобы не достался Византии, потому что, ну, блин, еще если плюс 10, то это вообще перебор. Давайте, наверное, еще апостола. Не, надо Антиохию как-то переконвей. Ну, правда, я не думаю, что он будет под Антиохией меня атаковать. Ну, посмотрим, ладно. Так, кампус. Константинополь, 4 хода. И надо правительственную площадь ставить. Угу. Ну, я сейчас союзы будут. Леша, будем заключать? Да. Какой? Какой хочешь. Это мне интересно, куда пойдет. Культурно кидаю тогда. Дополнительное лечение. А давайте, кстати, это интересно. Антиохию обратим. Да господи. Японец, сколько можно... Кстати, а поторговать у меня есть с кем? Так, у Рима, по-моему, ничего не было. А у японец это... перс предложение. Давайте Лян, наверное, в Адрианополь. Он решил этим не ходить. Ладно. Перс, посмотри. А куда ты вел поселенца? Где-то вот там в тундре, где у тебя это стоит, лучники, колесницы Марьяну? Типа да. А там ты не сбежишь. Ты, это можно... Я там видел. Колесницу можно в жертву в этом вулкан бросить. Такой, знаешь. Я ее подальше от городов. Там же ведь, наверное, в каком-то радиусе и распространяется твоя религия. Ну, нет, она распространяется. Просто в этом. Если ты... В смысле, не подожди, почему это моя религия, я не понял. Ты имеешь в виду сила юнитов из-за... Так это только надо находиться на территории города. Да, понятно. Египет, предложение выгодное. Так, ну, скауту, походу, жопа. И, скорее всего, лучнику жопа. Всем жопа. Куда ты пошел?
Да. Так, ну эту тагму надо вылечить. Тут два хода. Да, вырубаем под Магнусом. И библиотечку ставим. Так, ну пока плюс 0,6. Вообще, деньги вообще нельзя тратить. А я, наверное, этой колесницей его убью. Так, а может мне кто-нибудь денежку через перса там бросить? Хотя бы соточку. Фига, у тебя тут священных мест. Они вроде не платят. А ты взял соседство на тундру, да? Да, да. Ну это красиво. А, у тебя про это трудовая дисциплина еще же. Вау. Я бы на вашем месте не помогал Египту. Я тут нашел у него гнездо священных мест. Гнездо. Как ты думаешь, ему кто-то помогать собирался? То есть у него тут 12 производства, 16 производств от священного места. Да, и больше ничего. Еды нет, вообще еды нет, просто нет. А зачем тебе еда для строительства юнитов? Не, ну это быстро уйдет. У тебя же ты достаточно там одного юнита убиваешь, у тебя религия распространяется. А я тебе хоть одного юнита убил вообще? Да. Посел уже захватил. А, ты про это спрашивал? Да, да, да. Не, все равно они должны быть в границах твоего города. То есть тогда только распространяется. Понятно. Выдыхай, короче. Ну да, да. Это полегче сразу стало. Блин, меня задолбали эти засухи. Просто какую-то жесть. Ну, мне надо разграбить хотя бы одну, наверное. Потому что его тут все равно убьют. Или убить его мечника. А, он не в границах, кстати. Прокачка была у тагмы. Да, блин. Вот это я неудачно. Я хотел туда встать, а ты там... Да, ты как-то прям в один ход туда прыгнул. Фак. Вот это реально может, неудачно. Воевать-то. Не, ну подожди. Повоюем, я пока армия есть. Так, один ход, теократию я сейчас приму, отлично. А, у нас плюс, да, дайте я уже куплю клетку. Сколько стоит копейщиков в пикинюра, никто не помнит?
Можно посмотреть, желание нет. Да, ну, у меня просто на следующий ход. Базовая стоимость покупки 720 пикинеров. Владники 110. Так, из Антиохии надо отправить. Значит, 55, понятно. Ну, ты... Нет, они столько же стоят же вроде. Не, ну, с карточкой. А, ну, у меня наемники, ну, конечно. Это плюс-минус. А он в наемниках, а я внизу по теократии пошел. Но я смогу так, если что, нанимать, например, за веру покупать. Все-таки 63 веры, но у него тоже дофига веры. У него еще, блин, производство этого очень много. Бить войну Японии вынуждена цивилизация. Так, это у нас Константинополь побежала. Тут мы лучников Марьяну пытаемся добить. Нет, мой лучник. Колесница, колесо отвалилось, блин. Ну почини. Гусеницу на это. Это чтобы тут он плюс 10 от крестового похода не имел. Ну что, мне соточку кто-нибудь может еще кинуть там? Ребятушки, давайте, нельзя отдать. Что отдать? Византии. Подождите, ребята, у человека 14 производства, 16. Меня сносят, ребята. Никто тебя не сносит, ой, слушай. Вот мне тоже кажется, что Египет нам врет. Причем, угу. По-моему, в начале хода он тоже врал. Нет, нет. Ну, блин, вы просто посмотрите, ожидал, ну, те, кто видит и меня, и Египет, просто, смотрите, силу армии. А посмотрите на культуру, просто на 50% меньше. А, ну культура это самое главное, в принципе, да. Я его сношу культурно. Доминирую. Что, ты сейчас в корпуса и все, и понеслась. А что, вы еще не в корпусах, что ли? Сейчас в корпуса, я просто смешно. Тут до национализма, кстати, надо пойти, да. Ну, вы просто это, потом расхлебывать будете. Сейчас вот он меня... Сейчас я его, а потом вас всех. Ты вот и я о чем говорю. Египет, ты с персом договорись. Я готов переправлять за 20% стоимость. Так, у тебя у перса же денег нету. Ну, переправлять вы имеете в виду. А, ты будешь... А, нифига, 20%. Ну, ты хрен промышленные раз, зоны. Ты... Вот, деньги есть только у американцев. Ладно, давайте просто... Все или давайте два... Ну, я думаю, да, у денег, кстати, много денег. Угу. Так что только если его просить. Вот, против войск иноверцев плюс 4. Я боюсь, что это очень ненадолго. Денег много и ненадолго. То, что надо. Замки я откроем. Почему? Ну вот. Еще ходов 15, и, наверное, узнаем, почему. Тебя монгол, что ли, со своей армией по жопе даст? Или... Скорее всего. Да у монгола 300, как и у тебя, может. Как у тебя, да, типа, и ну, ты заранее можешь готовиться. Он только что всю свою армию апнул чуть-чуть. Ну, сейчас посмотрим, сколько у него будет. Так, и работает против войск иноверцев? Откуда? Больше. Ну, так у тебя тоже денежки на ап есть. Было бы что апать. 337. Так, куда я тут город хочу ставить? Наверное, сюда поставлю. Ладно, я, видимо, не знаю, как это работает. Я тоже, да, ну как бы...
какой у вас ход. А, все, прибавилось. Ну вот, не сильно-то я выше стал, задефаться можно, в принципе. Так. Вы на шестерых играете? На восьмерых, на один умер. Таксис. Ладно, религиозные войны и еще да, плюс тут, ну, я нормально у меня. Нет, апостол, что дает тебе, Леш? Вот я просто иду шедет твой обращать. Ага. А, кстати, а что мне это даст реально? Подожди, а зачем я иду тебя обращать? Вот я тебе про что говорю. Это, конечно, смешно. Я забыл, но... что у меня нету крестового похода, да? Я извиняюсь, это смешно. А, сделка. Ну дайте, пожалуйста, хотя бы 100 голды, на, чтобы задефаться от варваров. А это кто просит? Да Нидерланды просят. А я тебя не вижу, к сожалению. А я тебе бы не дал на денег. Нет, они, три, они трех слонов своих вьетнамских притащили к городу, сволочи. Помимо остальной шушеры. Троян сделка. Что-то перс... Рим, мы с вами союз заключили, а вы ни одного каравана не отправляете. А у меня сейчас кончится, я тебе это шлю. Так со мной надо было заключать союз. Ты бы сейчас отъедался, как я не знаю кто. Я тоже скоро отправлю караванчики. Они сейчас закончат свой ход, да, цикл. И как раз к тебе можно уже будет отправить. Ну, давайте Библу. Знаете что, пора центр коммерции наконец-то ставить. А кто Лавенту у меня перекупил? Японец. А, я знаю, зачем я тебя обращаю. Чтоб у тебя трудовая дисциплина не работала. Во, я вспомнил. Умно? Гениально. Да нет. Хватит. О, плюс 250 к православию, спасибо. О, неожиданно, да? Ну, ничего. Ты побольше давай юнитов под ШД отведи. Посмотрим, да что не, там. Да я буду подальше стоять. Так. А между тем, 88 Византии, 114. А там еще кто-то есть с такой наукой по сотне? Не знаю, я еще троих не встретил. Я думаю, что Америка должна. Не, а. 80. Блин. Вы по науку сейчас? Да. Знаете, как он с автоматом хай бегает? Да, там монголы я жестко присяжу. Есть арена. Так, давайте-ка мы будем покупать строителей. Три, блин, надо ставить карточку на... Вот вместо совместной церкви надо карточку поставить на рабочих. На самом деле,
Все, я отправил к тебе первый путь торговый, Лёш. Спасибо. Радоваться. Ну, сейчас мы уберем следующим ходом здесь камень, так что я ничего не строю пока. И начну эту... Блин, могу, о, конечно, грубо. Убить. Вот это спасибо. А тут еды чуть не хватало. Что случилось? Ну, ты обратил мне шедет, я же могу теперь покупать твои здания. А Гурдвар как раз на еду, а мне еда нужна была. А-а-а. Да, но это лучше, чем производство, согласен. Давай я все остальные тебе обращу. Так понимаешь, я же тебе это, я потом верну. Давай все обращу, ты везде гурдвары построишь. Нет, давай нет. Американец приглашение. Предложение, точнее. Может, Виктора... Так, во-первых, меняем вот тут карточку. Стой, подожди. Средства кампуса священного места, давайте... Если я дам военный союз американцам, он же получит плюс 5 против этого. Вроде да. Но если ты объявишь войну еще могу... Я, конечно, конечно, сейчас он примет союз. Я запомнил. Раскинул, а очень классно. Давайте Виктора на всякий случай в Антиохию. Предложение. Ой, все, я... Блин, Рим, ну что ты творишь? Ну, помогаю американцу. Так. Ну, если я его не пробью, вот сюда он тебе прилетит. Прилетит самолетом, скажешь спасибо. А если ты его пробьешь, то потом ко мне прилетишь. Я не смогу перейти в верхнюю ветку, когда я вниз ушел. Тоже справедливо. Да, держу в курсе, у него типа 90 науки было до того, как я на него не напал. А у него еще даже университеты не стоят. 95 у него было. Не, у меня не было 95. Не было, я тоже не видел, что у него 95 было. Не, ну как бы. Ладно, наверное, убью все-таки. Ну, значит, ошибся. Или лучше не, давайте не. Я его в любом случае убью каким-то из этих юнитов. Очень дорого стоит. Это он отошел, поэтому я могу убить. А вьетнамские слоны это кто вообще? Пехота, конница? Тяжелая конница вроде. Что-то как на последних ходах. Так ты отвел на последних ходах. Вот ты если бы не отводил, я бы его не атаковал. Ну я не атаковал же тебя. Ну ты отвел, я не атаковал юнит, потому что у тебя тут стояли юниты. А, ты отвел юнит, я проатаковал юнит. Окей. Я понял, как это работает. Я отреагировал на твои действия, которые ты сделал. Блин, они даже против пикинеров неплохо работают. Да, да. Слушай, я вот только Шедет вижу, а вот на другие города тоже распространяется?
когда я убиваю. А, слушай, я не смотрю, я... Это, я просто слышу, у меня на мою Антиохию распространяется тоже при убийстве. Может быть, распространяется, я сейчас гляну, кстати. Ну да, распространяется. Кайф. Сейчас ты везде гурдвары сможешь поставить. Супер. Рим, не хочешь союз? А это кто? Это Кир. Можно, кто хочешь. Знаю, так, слушай, ремонт. Надо серебро обрабатывать. Ну, давай научный тогда. Да. Экономический у меня уже есть. Кинешь? Да. Это у меня капеллан, да? А, мы с тобой Вильгельма будем мир заключать, как сможем, через 7 ходов? Кто говорит? Это я с тобой далеко, а, это Рим говорит. Ну, если ты мне дашь какой-нибудь ресурс роскошь. Ого, значит повоюем, в скобочках, я даже не знаю, где ты. Да, конечно, будет, зачем мне с тобой воевать? Да я откуда знаю. Чтобы ресурс роскоши получить. Не понял, куда мне там рабочего посылать пока. Лучники такие думают, господи, что мы тут делаем вообще? Да-да-да. Ну, так меня деньги никто не снабжает. Так тебя никто и не захватывает. Ну, а что ты тогда вокруг Шедета ходишь? Граблю все. Религию распространяю. Торговую, ой, торговую, трудовую дисциплину тебе снижаю. Ого, кто-то войну бьет. Я от тебя, блин, по науке вон в два раза. Смысл меня вообще снижать тут? Я тебе еще раз говорю, я вообще не знаю, тут тагмами тяжеловато забирать. А, я еще вспомнил, подожди, вот еще для чего. Тагмы же имеют, не тагмы, в смысле, все кавалерия, имеет полный урон по городу, если он в моей религии. Во еще для чего. Но все равно, тагмами брать города, что-то как-то... Ну, вот когда наравне. Не, ну религию-то я легко перебью. Так уверен в себе? Ну, я перебью религию, да. Может, тут сколько угодно распространять, если мне надо будет, я перебью. Но у него 1000 веры просто, чтобы вы имели в виду. И не только. И он просит... Да, и он постоянно у вас что-то еще просит, понимаете? У него куча производства трудовой дисциплины. У него офигительные тут кампусы. У него соседство за тундру, и он поставил, ну, короче, 16... Какой? У меня один кампус стоит только. Один. Я не про кампусы, я священные места имел в виду. Священные места. Он поставил офигительные священные места на 12, 14, 16 производства. Просто вау.
Лёш, с девочкой. Верну побольше. Кстати, у меня серебро есть. Кому-нибудь надо торговать? Я хочу, но я тебя не вижу пока. Я вот тут у нас есть перс. Перс кинул. Скинешь этого монгола. Мы еще не встретились. А перса ты видишь, да? Нет. Леш, случайно изменил сделку. Ну, сам предложи, там серебро всех, на пряности. Да, да, я уже предложил. Всех, кого я сейчас вижу, мы с ними или воюем, или в союзе. Жаль. Кстати, так же, да. Еще остался единственный Египет, который... Я не вижу. Так. Давайте Рейну в Адрианополь. А, блин, у меня там Лян сидит. Ну, вообще, надо в Адрианополь. Давайте я куплю здесь рабочего и поменяю. Значит, уберите полководца, кому там был. Рейну в Адрианополь. А, надо было, мне кажется, еще полководца, между прочим, делать. А Лян давайте в Салоники, я думаю. Так. Это твоего рабочего там украли? Заберу себе. Где? Египет. Не, 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 не могу. То есть, а чей тогда он может быть? Ниже Шедета. Ну, может, я его не видел, конечно. Нам еще одного лучника завалили. Черт. Будем до корпусов с тобой стоять, что ли? Ну а че нет? Не, я сейчас вон по низу, наверное, побегу к этим, к священным местам. Грязный Алексей. Нет, я чистый. Твоих. Я. Так, ты, походу, что-то против православия имеешь, да? Ты из России? Открой этот, как его, религии, посмотри мою религию. Я ни против кого ничего не имею. Нет, мне кажется, ты вот сейчас против православия что-то. Очевидно. Очевидно, быканул. Это крестовый поход у тебя? Нет, у Египта. А ну тогда это. Тогда можно считать, что быканул. Ну так, Египет никто... Так, а что Рейна не назначил? Где твои уже кирасиры? Сколько можно? А, я... Подождите, Амани назначил? Как у него, кстати, военки? Блин, я Амани назначил. Мало. Блин. У Египта 558 военки. Ихнись, больше, чем у меня. Ну так в том-то и дело. Да а толку-то, блин, там лучники. Ну, апнутся в арбалеты. Ну, апнутся вот одни. Вот, апнулись, ну. Какой же, конечно, к тебе неудобный ландшафт, Эмир. Да. Хотя бы с чем-то повезло. Хотя нет, тут очень сильно повезло.
Блин, конечно, с Рейной Амани что-то фигня какая-то получилась. Я бы лучше Мокшу брал вместо Амани, конечно. Ну, не знаю, давайте тогда Амани в Лавенту пока отправлю. Не хочу я тут в какой-то свой город ее пихать. Так, у нас три этих. Нет, Кардив я не засоюжу. Ну, пока никуда, значит. Блин, кампус поломался. Давайте больше рабочих. Мне надо в Константинополе производство. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!